Привет, мои хорошие. Давно я ничего не снимала, и как бы, ну, перед праздником, знаете, как выжатый лимон, можно так сказать. Прям по-настоящему выжатая, что-то я вся была, и сил никаких уже не было. А сейчас горячая пора. Жара стоит. 20-24 градуса, надо сажать, надо все что-то делать, и поэтому, ну, как-то так. Сегодня вот я немножко там убирала, траву где-то убирала лишнюю, сажала помидорки под пленочку, ну, не под пленочку, а как оно называется, трепишная такая-то, в общем, посадила, все. Не все, конечно, я высадила, но несколько штук высадила я. Ящики в этих накрыла. И я думаю, что тут пораньше, которые были, я сажала там. Вот. А то они уже все. И сейчас прям такая жара, что ну невозможно. Немножко копалась, устала. Думаю, надо идти отдохнуть. И сейчас заодно уже, знаете, нашла в ноутбуке, здесь делала обновление компьютера. И сейчас новую камеру. И вот думаю, как она будет снимать, я делаю заодно уже и проверку, так можно сказать. Вот. Ну, в принципе, вот так вот. Еще хотела немножко рассказать вам. Перед самой Пасхой... Помните, я как-то вам рассказывала уже случай про мошенников? Вот. Ну и, в общем, перед Пасхой тоже снова звонили молодые люди. Ну, видимо, они все-таки это мошенники на самом деле. И когда я уже не стала соглашаться, они меня сильно уговаривали, значит, чтобы я это самое... Вот. Я им сказала, что эти денежки переведите куда-нибудь в детский дом или благотворительность. То предлагали рубли, теперь уже предлагают как бы доллары. Перешли на доллары. Вот. И, ну, в общем, я не согласилась с ними дальше разговаривать. Ну, короче, меня послали на хутор бабочек ловить. Вот так вот. Так что будьте осторожнее. Я уже не один раз вам говорила. Обычно они звонят, где, когда праздник. Вот в декабре звонили, когда это... перед Новым годом. И потом звонили в феврале, перед, по-моему, перед 23-м где-то. Ну и вот перед Пасхой. Видимо, хочется же. Вот. Наверное, люди сидят в местах не очень отдаленных. И поэтому они как бы стараются как-то каким-то образом, наверное, приватизировать чей-то капитал. Ну, у меня брать нечего, я и говорю, все равно у меня там ничего нету. Так что взять с меня, говорю, нечего. Ну, вот они меня и послали. Подальше. Очки снимаю, уже ничего не вижу. Вот. Ну, не знаю, когда я буду ходить, что-то снимать. Мне что-то сейчас даже это... в голову ничего не приходит. Ну, может быть, как-нибудь я еще сниму видео, не знаю. Попробую, конечно. Ну, вроде бы и все. Надеюсь на этом, что все, вроде сказала, не знаю. Сейчас солнышком вот выставила, которые эти, знаете, не рассаду, а цветы пораньше, которые вынесла. Все, обожженные все листья, все отваливаются. Ну ничего, я все равно какие-то посадила. Новенькие отрастут листочки, ну так потихоньку вот и копошусь. То одно, то другое, дел полно. Да, весной дел полно. Спасибо всем, кто был со мной. Я на этом закончу.
До новых встреч. Надеюсь, как-то буду выходить почаще. Ну, пока вот не знаю даже как.